Один из самых важных дней в жизни любого ученика – момент, когда он перестает быть таковым – школьником. 9 лет, 11 лет упорного труда, усердной учебы, буквально впитывая из книг каждую строчку, чтобы стать лучше, умнее. Последний звонок – для уже бывшего школьника возможность сказать своим учителям слова благодарности. Для родителей – увидеть, как быстро пролетело время. Как из вчерашних первоклассников их дети стали теми, кем можно гордиться. Ведь многие, кто заканчивает сегодня школу номер 21 в Гершонах, имеют немало заслуг. Победитель второго этапа Республиканской олимпиады по учебному предмету информатика. Спасибо тебе. Победитель второго этапа Республиканской олимпиады по предмету физическая культура и здоровье. Первое упоминание о средней школе номер 21 микрорайона Гершоны относится к 1921 году. Во время Великой Отечественной войны она была полностью сожжена. Столетняя история школы зародила в ней традиции, которые не только дожили до наших дней, но и до сих пор применяются в преподавательских практиках наряду с современными. 21-я школа – это, наверное, самая колоритная школа нашей системы образования. Школа, которая имеет свою историю. Реально школа, которая видела войну. И мне кажется, вот эти традиции педагогические, которые здесь внедряются, они имеют свою специфику, связанную этим форматом, этой историей. Вот почему сегодня я поздравляю 16 человек выпускников. В их лице поздравлял более 2000 наших выпускников. И очень надеюсь, что весь свой талант, все свои знания, которые они получили во время учебы в школе, они направят на пользу нашей стране, на пользу нашему городу. Огромной частью жизни для каждого человека является школа. Здесь ребята нашли себе первых друзей, верных помощников в лице учителей, познали первые трудности. Теперь, когда это все позади, школьникам сложно сдерживать свои эмоции. Просто заканчивать школу, потому что в школе было очень много поддержки, как от друзей, так и от учителей. Очень у нас дружный класс, все сплоченные, друг другу помогаем. Много очень веселых моментов. Просто заканчивать, что больше такой компанией не соберемся, не посидим больше за этими партами. На самом деле немножко грустно, потому что я уже не смогу как бы прийти в школу. Я уже не буду видеть учителей, своих одноклассников. Но начинается новый этап в жизни. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Еще недавно, вот, помню, линейка в первом классе была уже. Особенно трепетные чувства испытывают родители и учителя, провожая своих любимых детей и учеников во взрослую жизнь. Хорошая школа, очень внимательные учителя, директор. Ну, положительные эмоции, только положительные. Плохого ничего не могу сказать. Время очень быстро пролетает. Вот единственное, что жаль. Вроде только в первый класс вели, а уже выпускники. Мы прошли с ними очень много. Были как очень много, было много радостных моментов. Были и грустные моменты. Мы все преодолели. Сегодня вот они уже взрослые, когда на них смотришь, кажется, ну не верится, что они когда-то были малышами, и у них теперь вот все-все впереди. Хотелось бы их вот так вот всех обнять сразу-сразу и пожелать им вот, чтобы все-все-все в жизни получилось. В этом году в Бресте выпускниками стали 5918 учащихся. Каждый из этих ребят приобрел бесценные знания, которые непременно им пригодятся при переходе на новый жизненный этап. Поступление в вуз. Конечно, он не такой длинный, как школьный, но не менее интересный. А пока для этих юношей и девушек звучат звуки школьного вальса.